Итак, добрый день, дорогие YouTube-зрители. Продолжаем проходить Resident Evil 2. И нам нужно идти наверх. Вот так вот и живем. Задолбал он тут ходить, мразь, собака, козел вонючий. А вы знаете, что... Че он не уйдет? Ничего, блядь. Нужен какой? Мне нужен третий этаж. Бля, там вот хрень или второй мне я забыл. Второй, да. Пошел в жопу, урод. Вот я чё, прохожу... О, прохожу, ладно. Смотрю тут иногда видео про паранормальное, да, про всякое. Пошел нахер, козёл. Вот. И знаете, что меня удивляет? Все видео сняты в разрешении 320 на 440, блядь. Я уверен, что 99 из 99 это все подделка. Все вот эти вот видео паранормальные. Все просто в натуре подделка. Всему, даже если это не подделка. Даже если какое-то видео, и оно носит какой-то действительно такой мистический характер, то просто это всему есть объяснение какое-то. Возможно, я не исключаю, возможно, вот этот вот 1,01% есть что-то такого, то, что действительно нашему разуму непонятно. Вот я вам расскажу историю однажды, пока... О. В общем, было это лето. Я тогда учился в техникуме, ну тоже из такой... Не, я не нашел объяснения. И все прям, знаете, так сошлось. В общем, смотрите, я сижу, играю в компьютер, в наушниках. Я тогда в Шараге учился, в Пильне жил. Сижу, играю, а в соседней комнате спит мать у меня. Вот. Я что-то, короче, то ли на паузу поставил, то ли наушники снял. Слышу, у меня, ну, мамка, ну... Так, а тут что у нас? Нет, нет, нет. О. Зовет меня, я, типа, спрашиваю, что случилось. Она говорит, кто-то в окно лезет. Ну просто, а раньше давно пластик, не был пластик окон, были деревянные окна. И летом не было вот этой сетки малярийной, да, были, было этот. Были форточки, а на форточках была марля. Вот, и я к чему? А на форчика была, короче, марля.
Надеюсь, объяснительную писать не заставят. О. И? Ну, возможно, есть это объяснение. Я даже предположу несколько теорий. В общем, меня зовет мама в ужасе, да, и говорит, что кто-то пытается, типа, в окно пробраться. Я думаю, какое окно, на улице, блин, ночь. Ну, вечер уже. Ну, я прохожу, и вот, знаете, вот эта марля лежит полу... Ну, один край разорванный, и пуговицы... Ой, пуговицы, и кнопки лежат. Я начал строить теории, да, что это может быть. Сразу, первая теория, это может быть кошка. Но! Ну, тут... Первая теория, это может быть кошка. Кошка у нас тогда была, она была дома, то есть она не была на улице. Если бы это была наша кошка, и то я не видел, чтобы кошка наша хотя бы раз в окно прыгала. Хорошо, если тогда, возможно, чужая кошка, но вопрос в том, что был дождь, было сыро, грязно. Сраный. В общем, был дождь, сыро, грязно, и на подоконнике с другой стороны я не нашел каких-то следов, ну, сырых, грязных. Ну, по сути, кошка должна оставлять какой-нибудь след, если она хочет прыгнуть с подоконника в форточку. Хорошо, задается другой вопрос. Птица. То есть, могла быть птица залететь. Black Lives Matter, Speedy, вот. То есть другой вопрос, могла птица быть? Ну, более логично птица, но за все время, то, что я вообще жил, я не слышал вообще, чтобы птица пыталась там пробраться через окно. То есть, возможно, были бы какие-то перья, было еще что-то, то есть, был бы какой-нибудь чирик-чирик или еще что-то. В общем, я вот, скорее всего, я предполагаю, что это птица. Она просто летела, может, какая-то чумная, врезалась и улетела. Ну, это мое предположение, но больше у меня вариантов нет. Это точно не кошка. Это прям... стопудово не кошка. Так, все, нужно идти. Так и живем. Вот знаете, еще раз скажу вам такой прикол.
Просто блеск. Что? Нам нужно полицейский участок. А, это в другую дверь, да? Значит, о чем это? Игра Doom, вот новый, да, 2020 года. Когда я включаю игру Doom, у меня включается камера почему-то. Ни одна игра себе так... То есть, когда в Doom играешь, включается камера. У меня вопрос, Тодд Говард, ты что там делаешь? Следишь за мной, да? Вообще... Все молодцы японцы, делают хорошие игры, качественные игры. Не то, что сейчас вот эти говнокомпании, не буду говорить, которые говно делают, говном погоняют, блядь. Дальше что? Ну, вот GTA 6, да? Почему мы делали GTA 6? А потому что онлайн пошел GTA, и все, и нахрен им не нужен ваш GTA 6. Люди туда бабки вкидывают, да? Допустим. Вот это... И вот он обязательно ударит. Люди вкидывают туда бабки, а нахер им делать, если бабки и так капают, считай. Сколько можно? Это уже второй раз. А я и не знал, что мы ведем счет. Слушай, это не игра. Ему не хватило? Их так просто не убить. Хераси, она букметр потерял, здорово. Достал пропуск? Да еще такой машины, которую нужно до хрена взорвать. А еще... Может быть, там есть зацепка? Бронированную машину взорвать. Может. Надо послушать. Пошли отсюда.
есть какой-то закон, то ли мура, то ли кого. Короче, закон гласит о том, что каждый год должны мощности компьютера увеличиваться в 2 раза, но нет. Ну что, нашла, что искала? Несчастье. Бэтмен убил. Тогда что ты вообще ищешь? Спроси у тех, кто устроил этот бардак. Тупик. Можно в обход через оружейную лавку. Ну, гранатка. О, еще гранаты есть. Стой там. Я вас не трону. Я сказал, стой там. Я просто шел мимо. Пожалуйста, опустите ружье. Разбежался. Ну-ка, поворачивай и ступай дальше, куда шел. Кажется, вашей дочери нужна помощь, сэр. Я сам разберусь, как мне быть с моей дочерью. Руки. Нет! Стой! Отойди. Надо избавиться от нее, немедля. Избавиться? Моя дочь! Ада. Давай оставим их. Эмма? Солнце, я просил тебя не выходить. Папа. Да, милая. Папа здесь. Я рядом. Всюду эта нечисть. Куда она? Ты ведь коп. Ты обязан знать, почему все пошло так вот, а? Нашу малютку-то за что? Мама. Мама спит, ангел мой. Спит. И тебе пора в кроватку. Пойдем, а? Эмма. Уйдите. Просто не лезьте к нам. Знаешь что, если так не хочешь сказать правду мне, сказала бы ему! Я должен знать, как это началось. Знать, кто за этим стоит. Помочь таким же, как они! Затем я и пошел в полицию. Моя цель – не дать замыслам Амбреллы состояться. Пока не справляюсь. Если это даст городу надежду, я с тобой. Странно тут как-то себя этот ведет. Дождик, вода. Слышала, корпорация Umbrella? Прикрываясь медициной, там создали биооружие. Вирус. Обращающие людей в машину для убийства. Теперь понятно, что за твари я видел. Я разыскиваю Аннет Беркин.
Одно из тех, кто трудился над вирусом в корпорации. С ним надо покончить. Это прямой путь к Канаве. Судя по твоим словам, в Канаве есть самое место. Тут же. После вас. О, спасибо. И что светило науке делать в таком месте? Издержки контракта. Штаб Амбрелла скрыт под землей. Да брось. Стоки прямо под городом. Как они построили базу, не привлекая внимания властей? В Америке все можно купить. Амбрелла давно починили. Ну, я думаю, вот... Это что? Землетрясение? Остается надеяться. Это что за... Гляди в оба. Бог знает, что мы встретим. Сохранится на всех пожар. Да вот так, насколько же все-таки консоли вообще тормозят развитие графики. Ну, вот смотрите, да, как в чем я объясню, тормозят развитие графики. Есть Radeon, вот, Radeon, говорю, NVIDIA 3090, она новая. Изначально делают графику под все консоли, то есть делают и для ПК, и для... Все равно консоли ограниченные железо, то есть я уверен. Я с тобой до конца. Ну понятно, что оно стоит дешево, и понятно, что... А по-другому точно не пройти? Иначе никак. Жди там. Беги скорее! Нет, блядь, надо скрайп смотреть тебе. Капитан очевидно. Срань господня! Пуха у меня. Похавал один день, коренной. Этим закуси, ты переросток обдолбанный. Леон, сюда! Это что еще за... Просто пошли! А я предупреждала. Ты говорила, что вирус обращает людей в монстров. Ни слова про ящериц. Похвалю. Ты довольно бойко с ней разделался. Так, давай-ка проясним. Амбрелла продает таких вот монстров кому? Нашей армии? Или еще кому-нибудь? Точнее, не монстров, а вирусы, что их порождают. А мы ищем то, что создает вирус. Аллигатор не так страшен. Аннет, вот главная угроза. Кто вы такая? Аннет Бёркин. Значит, мы ее искали? Времени мало. Надо сжечь тело. Мы пришли за G-вирусом. Не могу вам помочь. Предупреждаю, доктор. Или что?
Эй! Стоять! Ада! Ни за что вам не забрать его! Не ожидала такого от синего чулка. Леон! Не волнуйся обо мне. Просто иди. Поймай ее, пока не скрылась. Аннет знает, что я здесь. Иду по ее следу. Если не у нее, значит, он в улье. Заберете меня, когда стану, я сообщу. Ух, за эту аду играй. Какая же она лимая, блядь. На этом все. До следующей серии. Всем пока.